Вот такие вот голубцы наши. Как там написано, пожарить их 3 минуты с нескольких сторон. Вот. Вот эту часть пожарили. Вот пожарили. Далее будет соус готовиться они. Ну вот, по данному рецепту голубцы от Палыча. Там, где содержится, как я говорил, 200 грамм сметаны, добавить 70 грамм томатного соуса, 50 грамм воды, специи по вкусу, залить сметану соусом и тушить под крышкой на малом огне полтора часа. Час-полтора, вот. Данный соус готов. Вот такие получаются они. Сейчас будут они тушиться, в общем-то, час-полтора. Вот такие вот голубцы получились. В рассольчике. О, такие вот. Со сметанкой. Сейчас я их, наверное, буду кушать. Вот такие вот. В томатном соусе. Всем приятного аппетита. Ну вот, голубцы вот такие вот. Со сметанкой. Ух, хороши. Покупные они, но вот они самые лучшие из покупных. Вот эти вот, которые я говорил. От Палыча. У Палыча, от Палыча. В общем, я не знаю, не помню, сколько они стоят. Но, в общем, такие они не дешевые, но они офигенные просто. По сравнению с тем, что продают всяких замороженных товаров, это лучше, что ни на есть. Вот. Всем аппетита приятного. Покупайте такие вот, если что. Всем пока.